Он пошел в банк работать по специальности. Это вот прям на выносливость, вот эта гонка на выносливость, и это закаляет характер. Ты подсмотрел продажи, ты подсмотрел, как открывается предприятие, накопил определенный опыт, ты пошел в эту реку сам, получается. Ну да. Могу сказать, что мне во многом семья помогала. Друзья, у нас сегодня интересный собеседник. У нас сегодня Сергей Доронин в гостях. Это владелец завода «Темпер», я правильно говорю, все, ничего не путаю? Вот. И у меня первый, собственно говоря, вопрос. Так, тебе сахар нужен? Нет, я без сахара пью. Ты пьешь без сахара. Спасибо. А я, наверное, чуть-чуть положу. И первый вопрос, который, собственно, у меня есть. А что тебя бесит в людях? Много чего. Да ладно, ну пример. Ну, я вообще, в принципе, очень негативно отношусь к каким-то таким лживым, что ли, людям, которым не могу доверять. По натуре оптимист, и как-то всегда, прежде всего, хорошее во всех вижу. И когда вот эти ожидания не оправдываются, это прям такое разочарование. И это вот, ну, непонимание, как можно такими людьми быть. И это прям, ну, бесячее. Хотя тоже своего рода стараюсь понимать, что у каждого человека есть плюсы и минусы. И минусы у каждого есть. И с какими-то минусами приходится мириться. Вот. Но вот когда вот прям так люди себя ведут лживо и подло, не могу с этим смириться. Ну что, друзья, у нас интересный собеседник, судя по всему, и мы хотим начать со следующего. Ну, Сергей, завод, которому сколько, 5 лет, да? Ну, 6 уже. Уже около 6 лет, завод называется «Темпер», выпускает он арматуру, насколько я понимаю. И вот у меня-то вообще такой вопрос, я вот, ну, так же не бывает, это вот твой первый бизнес же? Нет. Нет? А что у тебя было до завода? Ой, ну еще со студенчества. Вообще, можно сказать, со школьной скамьи у родителей был бизнес. Они были предпринимателями. Так. Магазин продуктов. И, естественно, после школы я шел к отцу помогать. А что ты там делал в магазине? Ну, разгружать товар, что-нибудь такое. По выходным ездить на закуп. Mm-hmm. Ну, раньше не было доставки, сами все привозили. Это был не твой бизнес, собственно? Ну, понятно, не мой. А вот твой первый бизнес до завода? Мой – это компьютерный зал в китовской школе. Ну, паньки. То есть ты уже за первые денежки заработал в китовской школе, получается? Ну да, я уже студентом был тогда. Был студентом, ну и это был прибыльный бизнес? Да. Интересно. А что тогда, секунду, почему тогда, это же можно было продолжать, это же прекрасно. До сих пор был компьютерный зал в китовской школе, не какой-то там завод. Ну, тогда это было как дополнительный заработок для своих студенческих потребностей. То есть для тех потребностей это было достаточно и вполне. Конечно, там были вложения, там нужно было обновлять там эти видеокарты горевшие там и прочее. Много лет бился над тем, чтобы интернет провести, там этот спутниковый ставил через GPS, исходящий, входящий через спутник, там тут столько проводов. Всех уговаривал провайдеров наших, чтобы хоть кто-нибудь зашел с интернетом в Китово. Никто не было же, да. Потом, когда появился ADSL, это было второе рождение, когда пошли онлайн-игры. Вот там, они, там вот попёрли. Они, денежки. Да, там было интересно. Ну, мы вдвоем, у меня друг Макс Железняк, вот мы с ним вместе. Ну, то есть вы не стали это потом масштабировать на курган все-таки? Да нет, нет, там, я уж не помню, почему закрылись. Перерос просто. По-моему, просто в школе прикрыли лавочку, чтобы нам арендовать это помещение в школе. Ну, и как-то оно ушло все, да и у всех своя жизнь. То есть мы уже тогда, ну, все равно выпускались, и надо было дальше что-то думать более серьезно. И что вы надумали? Да ничего. На тот момент, там жизнь сильно менялась со временем. То есть у меня у родителей были проблемы в бизнесе, так скажем, и все мои планы рухнули. Мои планы, которые я строил, что вот закончу учиться и пойду там помогать или развивать дальше. Поэтому пришлось все, что на тот момент, на момент окончания университета, академии было у меня за плечами, это мой диплом. Потом пошел в банк работать по специальности. Ну вот так вот. Ну, да. Вот был предпринимателем и пошел работать в банк. Ну тебе быстро надоело, так понимаю? Ну, сначала я работал для опыта, для каких-то знаний, вот, чтобы закрепить. Ну, тогда было
понимание, что вроде нужен опыт, ну, чтобы карьеру. Да, я вообще хотел понять, а где же деньги-то вообще? Ну да, да, это все-таки школа жизни, и поэтому надо было самому ее пройти, на чужих же редко учиться. Хорошо. И тогда, и в итоге-то какой у тебя бизнес-то был, кроме компьютерного салона, получается? Ну, потом уже, когда я поработал в банке, потом, когда я, кризис 2008-2009, когда я там все бросил, уволился, несмотря на уговоры всех вокруг, уехал в другой город, опять же, поработал в другой сфере, вот как раз попал в трубопроводную арматуру. Вот там уже начал в этой трубопроводной арматуре торговлей заниматься. Нет, ну, торговать арматурой – это одно, а завод – это… Мне кажется, это вообще разные деньги. Ну, деньги-то разные, сфера та же. Нет, я даже не с точки зрения, что вложения денег разные, разные деньги, которые ты получаешь. Мне кажется, когда ты занимаешься производством и получаешь деньги, они вот для тебя другие, они более тяжелые, может быть, нет? Такого? Очень тяжело. Производством тяжелее заниматься, чем торговлей. Тут, с одной стороны, тяжелее, с другой стороны, увереннее. То есть даже вот сейчас, в периоды кризиса, к примеру, если бы я был коммерческой организацией, которая покупала продукцию, продавала, было бы гораздо тяжелее, чем для завода. Потому что, ну вот если с точки зрения завода рассматривать, я как производитель всегда буду производить эту продукцию, и мои потребители всегда будут ее использовать. А вот уже все, что между нами, торговые организации, дилеры, там, посредники и так далее, это все меняется. Вот, и как раз экономические вот эти тенденции, они вот на это сильно влияют. Но, по крайней мере, я в такой сфере работаю, вот производство. У нас страна большая, холодная, там нефтедобыча, газ, поставки газа, теплосети, вот эти ЖКХ. Ну, невозможно без трубопроводов, там сотни, тысячи километров этих трубопроводов. Ну, соответственно, всегда нужно будет что-то на него поставить, где открыть-закрыть. Слушай, ну я все равно вот не могу понять, как так получилось. У тебя, ну, по большому счету, там глобального опыта не было, когда ты начал завод строить. Построил большое предприятие, набрал там больше сотни людей. Это сейчас работает все. Ну, кто? Тебе кто-то там помогал втихушку, у тебя какие-то там связи были. Ну, что ты, вот хочешь сказать, что ты взял все сам это и сделал, что ли? Ну, во-первых, у меня есть команда людей, я же не один это все делаю. Ну, сейчас-то понятно, начинал ты ведь, наверное. А с точки зрения опыта, ну, вот поделюсь на момент, когда я принял решение вот именно производством, у меня уже был опыт и формирование отдела продаж. То есть, ну, во-первых, отрасли. Прежде всего, я точно знал, что будет спрос, будет продажи, понимал все объемы, все конкурентные преимущества, всех конкурентов на рынке, какие их слабости есть и так далее. То есть детально. Это вот, наверное, больше, самое большое, что я знал. Я точно знал, что не потеряюсь со своим опытом, во-первых. Во-вторых, был опыт уже практически формирования отдела продаж. Как научить, я любого мог научить в этой сфере продавать. Главное, чтобы у него было желание, вот именно собственное. Неважно, какой опыт, образование там, и так далее. Лишь бы было желание. В-третьих, у меня был опыт открытия производства уже на тот момент. То есть, когда я жил, работал в Челябинске, я курировал открытие завода в Казахстане. Вот, вместе, ну, Челябинский завод и казахстанское предприятие, совместное производство открывали в Казахстане. Тогда еще слишком раскручена была тема поддержки отечественного производителя там, в Казахстане, и под это дело. У нас много предприятий российских открывали там свои вот производственные площадки, ну, сборочные производства, так скажем. То есть ты подсмотрел продажи, ты подсмотрел, как открывается предприятие, накопил определенный опыт, ты пошел в эту реку сам, получается. Ну да, да. И как, не хотелось тебе в какой-то момент все это бросить? Ну, как сказать, нет, не хотелось. Да и как можно заднюю включать? Нет, ну тут наоборот. Я так понимаю, не всегда же все было гладко за эти 6 лет. Но было не гладко с какими-то текущими проблемами. Кредиты, например. Ты же, я понимаю, делал на кредитные деньги это все. Я вот именно банковские кредиты стараюсь не использовать. У меня есть, я такие инструменты использую, как предоплаты от покупателей и отсрочки от поставщиков.
То есть вот этот буфер, этого достаточно, чтобы оперативные какие-то... Я очень сильно, ну, большой упор делаю на аналитику. Mm-hmm. То есть я точно, ну, рассчитываю там объем продаж за год. Исходя из этого, я планирую, какой уровень производства должен быть. При этом уровне производства ежемесячном, к примеру, я наперед рассчитываю, какие будут товарные запасы, mm-hmm. сколько будет заморожено средств. У меня ежегодно, ну, последние годы стабильно, в июне месяце максимальный склад. А вот с июня месяца всегда начинается... Ну ведь есть какие-то форс-мажоры, вот как сегодня, например, да? То есть у тебя может же кривая куда-то пойти маленечко вверх, вниз, ситуация может измениться, то есть границы, условно говоря, закроют. И у тебя товарный склад на июне полный. Ну и что, что закроют? Я на российском сырье работаю. У меня нет влияний вот этих курсовых разниц. Там есть оборудование, которое с Германии привозим. Ну да, там поставщик уже поднял немного цены, но это не отразилось на моих конкурентных преимуществах. Вот, то есть изначально, выбрав стратегию как российский производитель, который на российском сырье полностью изготавливает эту продукцию, чтобы быть независимым от вот этих вот глобальных каких-то изменений, это дало мне конкурентное преимущество. Хотя работаю в очень жестко конкурентном рынке. И как раз это тоже одно из преимуществ. Когда жесткая конкуренция, тогда, чтобы быть успешным, нужно на 110% отрабатывать, и, ну, чтобы чего-то добиться. Вот. И, ну и вот это все и дает мне право как-то оптимистично смотреть даже в период кризиса. Наоборот, я думаю, может быть, удастся какие-то плюсы из этого выловить. Потому что есть еще иностранцы на моем рынке, которые успешно работают. Вот. Опять же, какие-то проблемы обнажаются, и как раз время их решить, чтобы в следующем кризисе не наступать на те же грабли. Могу сказать, что мне во многом семья помогала. То есть в тот момент, когда я регистрировал предприятие «Темпер» как торговое еще вот в Санкт-Петербурге. У меня жена была там на 6-м месяце беременности. И потом, когда там все запускалось, когда у нас родилась первая дочка, это было настолько тяжело, то есть все, что дома было. И, видимо, настолько это мобилизировало все способности, которые были, и какие-то у меня, что вроде бы было тяжело, но зато, мне кажется, это помогло во многом справиться со всеми трудностями или какими-то вещами, которые были. Потом, когда у нас родилась вторая дочка, это уже вот накануне переезда, вернее, даже она уже здесь у нас, в Кургане, родилась. И в это время было вот запуска производства, то есть это угу. То есть постоянные сложности. Рождение ребенка связано с каким-то этапом, получается, в жизни. Ну, можно так сказать, да. И это не сказать, что добавило проблем. Третьего не планируете? Ну. А то я так смотрю, может быть, что-то еще изменится. Еще что-нибудь, да. Ну, а почему нет? Еще один завод. Да, новый уровень. Ну, кто знает, как будет... как судьба распорядится. Вот. Но я просто хотел сказать, что несмотря на, казалось бы, там, перебор там, во всех направлениях, и в семье, и, там, и в бизнесе, вот, всех этих проблем, мне кажется, они наоборот дополняли и помогали друг другу. Вот. То есть, приходя домой и полностью переключаясь на семью, потому что иначе нельзя было, там, надо было Саше, там, супруге помогать, я забывал о проблемах, которые были у меня на производстве. И наоборот, то есть вот это вот... Да еще и в чужом городе получается, то есть если здесь-то ты можешь там и бабушкам было, да. кому-то еще отдать, а там, получается, вы одни. Ну да, да, я там жил вместе с ней там в роддоме, и мы вместе там учились вот этим первым навыкам, как нужно ухаживать за младенцем. Ну, на самих нет, но сразу же потом, как бы, конечно, во всем помогал, то есть я там... как там, арендовал, или как это называется, вот там есть такая возможность была в роддоме отдельную комнату, и я туда тоже переехал, мы вместе там жили, ночевали, и вот эти вот первые какие-то навыки, как ухаживать за младенцем, все прочее, мы постигали вместе, потому что я тоже понимал, что
Ну да, не было бабушек, не было никого, кто бы мог нам помочь, и вот все вместе. То есть, если бы у меня Саша не могла, то это... здорово, мне кажется, и супруга должна была это, в общем, ценить, когда ты рядом с ней находился. Конечно, надеюсь. Ну да, да, безусловно. Ну и опять же, это, мне кажется, как-то сплотило, опять же, семью, потому что... Мне кажется, у многих, когда рождается ребенок, это добавляет бытовых проблем и как-то наоборот, может быть, на некоторых негативно повлиять на семейную вот эту жизнь супружескую. Мне кажется, у нас это наоборот как-то нас объединило. Понял. А вот смотри, а продвижение, если мы говорим вот в сторону продвижения продукта, да? То есть ты только сам занимаешься продвижением или у тебя есть нанятые специалисты, либо на аутсорсинге кого-то ты нанимаешь? Нет, свои ребята, отдел продаж. Сейчас он делится на две, так скажем, категории. Те, кто ищет новых клиентов, поиском занимается и сопровождает, ну вот по регионам, разделение по регионам и работы. И ведение те, потом кто, уже те, кто это уже отдел сопровождения, так скажем, которые уже по наработанным клиентам только принимают заявки и отгрузки это организовывают. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты ищешь клиентов исключительно вот способом, пониманием, кто потребитель и обзвоном, условно говоря. Только, то есть у тебя нет там ни рекламных продажи, каких-то вещей? Ну, это B2B. Мы не на физикой же ориентируемся, это конкретно сфера теплоснабжения, ТЭЦ, тепловые сети, ЖКХ. То есть ты всех это своих потенциальных сети, потребителей можешь знать и составить общий список по стране. Да. Всех ключевых, ключевые сферы. А те, кто сопутствующие, ну, оставляю это на откуп дилерам, вот тоже коммерческим организациям, которые в своих регионах работают и уже с какими-то местными заводами там выстраивают, им же тоже нужны такие вещи. Где-то, ну, прочие сферы. Вот. Помимо самих потребителей есть отдельный там раздел там проектные организации, с которыми тоже надо работать. Есть те же дилеры конкурентов, то есть сегодня они нам конкуренты, так как конкурентная продукция работает, но завтра наши партнеры, ну, вот, тоже устраивают работу. То есть четкое понимание структуры рынка есть. А у ребят разграничение по регионам, чтобы внутренней конкуренции не было, и обмен опытом, так сказать. И все, и вот по этой структуре каждый отрабатывает. Только активные продажи, то есть интернет, телефоны, командировки. Они постоянно летают по всей России. И ну это странно. Я понял, потому что мы с тобой часто в самолетах встречаемся, да, в аэропортах каких-то. Вот здесь-то вот так-то мы редко собираемся, больше где-нибудь в аэропорту. Слушай, ну механика понятная, в общем-то, давай по все-таки вот почему Курган? То есть ты был в Челябинске, жил, я так понимаю, ты какое-то время был в Санкт-Петербурге. И почему вдруг ты все-таки решил открыть производство в Кургане? Ну, во-первых, я здесь родился, у меня родители здесь живут. Так, патриотизм, понятно. Еще что? Это важно. Да и я тут все знаю, мне здесь проще. Ну, это так. А вообще, ну, тут очевидно, мне кажется, даже если посчитать стоимость открытия и работы. Дешевая рабочая сила, раз, стоимость земли, коммуникации. Да, 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 да. То есть я, когда выбирал площадку, у нас оказалось столько много производственных площадок в Кургане, где можно расположиться. К сожалению, с болью в сердце приходилось на это смотреть. Там какой-нибудь КЗКТ, там, где понимаешь эти объемы когда-то. Жили там, вот это производство жило, работало, и какой масштаб это был, да, и сейчас это пустые цеха, это, конечно, это тяжело осознавать. Ну, вот на тот момент очень много было таких мест, где можно было расположить производство, я просто выбрал наиболее идеальное для себя, удобное и с точки зрения там экономических вот этих расчетов. Ну, понятно. Да. Так как ты работаешь еще во всей стране, здесь получается и логистика удобная, потому что ты в серединке находишься. Да, отсюда гораздо дешевле везти в центральную часть, лучше готовую продукцию везти, чем сырье. И на тот момент я жил в Питере, и там, естественно, все было дороже. И рабочая сила, и... А тоже железо ты используешь, получается, уральское. Да, где-то да. Здесь берешь его, идя в Урале. С точки зрения логистики. Магнитогорск, Екатеринбург, это в основном все вот это. Производители, поставщики. Ну вот ты же работаешь в Кургане, нам всегда говорят о том, что там бизнес должен быть социально ответственным, там бла-бла-бла, вот эти все вещи. А вообще, ну, ты с этим согласен или нет? Ну, я думаю, по мере возможностей, и если есть желание, вот,
Потому что обязать, я считаю, это неправильно. Mm-hmm. Вот. Потому что каждый сам для себя определяет и вообще занимается бизнесом не для того, чтобы, в принципе, помогать другим, да? Потому что у нас, к сожалению, некоторые только на поддержку и рассчитывают, а сами при этом не хотят сами себе же помогать. Вот. Ну, бизнес, конечно, он зарабатывает деньги, прежде всего. Ну да, да, да. Вот, опять же, почему-то всегда все забывают, что бизнес, зарабатывая деньги и снова их же вкладывая в развитие своего бизнеса, тем самым он помогает все большему и большему кругу людей, в том числе там, теми же рабочими местами, зарплатой, какими-то увеличенными объемами для поставщиков, либо новыми бизнесами, которые вокруг открываются. Посмотрите, вокруг наших крупных заводов сколько появилось более мелких предприятий, которые обслуживают эти заводы. То есть это же тоже, так сказать, синергетический эффект от масштабирования того или иного успешного предприятия. Вот. И это тоже польза. Это тоже вот с точки зрения вот такой вот оценки, я думаю, это. Ну а так, все-таки, я думаю, на совести каждого это должно быть. Молодцы, конечно, те, кто помогает. Я не могу похвалиться такими вещами, там, ну вот именно... как вот некоторые у нас есть достойные люди, которые активно очень как-то вот... Построил набережную, построил церковь, построил что-то еще. Какие-то вот такие вещи, да, они заслуживают уважения, естественно, но по мере возможности. У меня, конечно, тоже есть такие примеры, когда там выделял деньги на какие-то там музыкальные инструменты, парты в школу, там еще что-то. Вот, но это, наверное, больше для себя, чем вот именно для того, чтобы об этом рассказать. Понятно. Хорошо. Тебе деньги изменили жизнь? Ты как-то, может, по-другому стал смотреть? На тебя по-другому стали смотреть, в конце концов? Нет? Ну, может, кто-то и стал по-другому смотреть. Я больше путешествовать стал, мне кажется. То есть это сказать, что я там свою жизнь изменил, там, не знаю, яхты, пароходы, там еще что-нибудь. Ну, нет этого. Вот. Да, возможность вот именно там детей свозить, хотя тоже уже давно никуда не летали. Вот, то есть для постижения чего-то нового, вот мне нравится очень путешествие, это да, поменялось. Ну, вот ты и знаний, опять же, много появилось новых. Получилось попутешествовать, ты говоришь, а какие странные вот тебе, ну, оставили такое впечатление, куда бы захотелось вернуться? Курган. Наверное, нет. Только таких. Курган. Я бы хотел в новые страны побывать, чтобы как раз вот с новыми познакомиться, но из тех, где бывал, наверное, нет такого, куда хочется вернуться. А куда хочется семью привезти, да, то есть там я с детьми понимаю, что не могу везде постоянно в новое место возить, и с точки зрения какой-то безопасности, да, там я понимаю, что вот в эту страну, наверное, можно снова вернуться, чтобы чисто вот море, там, солнце, для этого провести. А вот так, но что... вы путешествуете больше, это Европа или Азия, или что? Ну, Европа больше. Больше Европа, да? Да. То есть старая, добрая Европа. Угу. Италия, Испания. Это, ну, спокойней, что ли. Смотри, давай маленечко от производственной темы. Ну, с работой все понятно. Всю работу не переделаешь. В общем-то, начали говорить про путешествия, про семью. Я так понимаю, у тебя трое детей, как говорит твоя жена, да? Один завод и два человеческих детеныша. Ну да. Вот. Ну, и кроме работы что-то есть, кроме работы и путешествий? Что тебе еще интересно? Ну, немножко спортом увлекаюсь. Каким? Картинг мне нравится. Зимой на лыжах езжу с семьей. Ну, это такое уже. Не сказать, что прям хобби, но по возможности люблю это дело. Вот. Охота вот в последние годы как-то стал пробовать. Вот есть этот адреналин, который мне нравится. Ну, вот здесь только что до тебя сидели с охотником Сазоновым. Я-то пацифист, я-то против того, чтобы этим животных. Он-то меня как раз в другом переубеждал, что это состязание, там все вот эти пироги. Вот. Мы здесь, конечно, с ним не очень нашли общий язык. Ну, ладно. Картинг мне ближе, это, по крайней мере, машинки, которые я люблю, да, и здесь как-то вот попонятнее мне, что сел, поехал, и от тебя многое зависит. Хорошо, спорт тоже, ну, слушай, лыжи прекрасно, где ты катаешься? Ну, Урал, Миасс, в основном, Солнечная долина. А, то есть горные лыжи, получается, да? Да, да, горные лыжи. А, я-то вон встал и пошел по Увалу. Нет, тут как-то мне скучно.
А вот там, когда адреналин и вот эта скорость, и опять же, и борьба с самим собой, на этом прям нравится. А матом ты ругаешься? Ну, редко. Ну, я понимаю, но на заводе же без мата нельзя, наверное. Ну, можно. Ну, как можно? Ну, там же эти рабочие. Нет, ну, там ребята-то, наверное, и ругаются, чтобы более детально объяснить ситуацию. Mm-hmm. Но вообще стараюсь как-то всегда соблюдать какие-то вот такие хорошие правила поведения, так скажем. Ну, все равно, я думаю, конечно, мат, наверное, более ярче отражает эмоции, но у нас достаточно слов в русском языке, чтобы выразить все, что необходимо, и достаточно красноречиво и доступным языком. Я же не... Все равно же есть определенная структура управления, то есть начальники, там, цехов, мастера и так далее. И не могу сказать, что я там с каждым рабочим персонально задачи раздаю. Это, теперь уже этого нет. Собственно, и повышение голоса как-то для меня не свойственно. То есть даже если, так скажем, зол или там, ну, трудно сказать, что вне себя, мое окружение, наверное, редко меня таким видело. Но даже в такие минуты мат или какие-то, как сказать, какой-то вот очевидный гнев. Я все-таки спокойный человек по натуре. И даже в таких ситуациях сохраняю самообладание и нормально. Смотри, давай посоветуем тем ребятам что-нибудь, которые бизнесом только собираются заниматься. То есть вот здесь я и всем пытаюсь этот вопрос задавать. То есть что тебе надо знать? То есть вот Игорь считает, что надо высшее образование, это обязательно. Я считаю, что это совершенно не принципиально. Есть у тебя высшее образование? То есть мы здесь с ним не нашли общего языка. Давай твоя точка зрения. Какие навыки, знания должен получать человек для того, чтобы заняться бизнесом? Ну, тут, если даже про вышку говорить, я, в принципе, соглашусь, что это не обязательный такой не навык, а вот... А что тогда обязательно? Я вообще считаю, что у нас образование школы – это как-то воспитание больше человека, а высшее образование – это, так скажем, расширяет кругозор и какую-то, ну, личность формирует на более высокий уровень, так скажем. Вот. А вот именно то, что помогает в работе там, или в успешности в жизни – это все-таки тренировка своих каких-то способностей. Именно, как сказать, заставлять себя выходить из зоны комфорта, что ли, чтобы чему-то новому научиться. Как заставлять себя выходить из зоны комфорта, я не знаю. Ну, вот я, например, опять же, на своем опыте, можно сказать, дважды в жизни уже все бросал и ехал за чем-то неизвестным. Первый раз, когда из Кургана уехал, в машине, там мешок картошки и ноутбук только был, уехал в Челябинск. Второй раз, когда уехал в Санкт-Петербург, и тоже машина вещей, жена беременная на 6-м месяце, и... И ты едешь непонятно куда. Ну да, непонятно, как получится. То есть я понимаю, зачем я еду и как я буду строить дальше свою работу, но тогда, конечно, увереннее второй раз было, потому что, опять же, за плечами уже собственный хороший опыт был. Но, тем не менее, это было перечеркнул прежнюю, так скажем, жизнь и пошел в что-то новое. И очень тяжело было на старте. То есть, ну, в Питере там просто не выходил из интернета в поисках какого-то офиса, там жена у меня квартиру искала, где снять там эти собеседования. То есть те, кто хочет начать свой бизнес, надо взять мешок картошки, ноутбук и поехать в другой город. Ну да, наверное. Ну это образно. То есть я думаю, что без такой встряски нельзя какой-то на подсознательном уровне свою лень это уничтожить и заставить работать или как-то думать как-то по-другому. То есть все равно, опять же, и ошибки чужих людей, и собственный опыт говорит о том, что даже любые кардинальные перемены, там тот же кризис или еще что-то, это опять же новые возможности какие-то.
И вот просто пробовать смотреть и видеть их, это что не еще? Каждый может, но что надо еще? Стараться. Хорошо, понятно, изменение какой-то жизни своей. Это понятно. Что еще? Какие, может быть, знания либо навыки необходимы, чтобы у тебя получилось? Ну вот я всегда тоже немножко презираю в людях, опять же, возвращаясь к первому вопросу, вот эта лень или желание найти теплое местечко, чтобы поменьше сделать и побольше заработать. Сейчас, наверное, уже не то время, когда вот можно очень быстро что-то, хотя, может быть, в сфере IT и возможно это, не знаю. Но вот опять же, только основываясь на своих каких-то знаниях или постоянно учиться чему-то новому, там, я, по крайней мере, по своему опыту так, с чем-то сталкивался, что не знаю, ну, значит, надо это изучить, надо потратить время, там, какие-то вещи я изучал, не знаю, помогут они или нет в будущем, но получалось так, что когда-то, через какой-то период, они мне там пригождались. То есть вот такой вот настрой, он тоже помогает во многом. И как раз вот даже порой не это, оттуда, откуда не ждешь. Ну, вот, может, там это так судьба складывается, а может быть, это все-таки такой подход, что вот постоянно стремиться к чему-то новому, не лениться, там, все изучать. Вот, потому что у нас же есть такое, что пришли домой, телевизор. И... Ну, то есть просто второй твой такой практический совет, это почаще все-таки отрывать жопу от стула и идти что-то делать. Ну да, да. Ну, вот это прежде всего самого себя заставлять что-то делать. Причем в разных направлениях. Вот сегодня говорил про тот же картинг. Это не просто хобби или интерес. Картинг меня тоже очень многому научил и помог мне там со своими же комплексами справиться. То есть, когда ты едешь марафон 24-часовой. На карте? И, да. В Дубае один раз участвовал, во Франции один раз. 24 часа? Да. Во Франции? Да. Зашибись. И вот там, когда ты едешь, уже первые чувства восторга и прочее прошли, когда ты уже борешься с самим собой, там как бы нет такого, как вот в гонке нужно быстро обогнать. Там нужно четко выдерживать траекторию и именно с собой бороться. То есть заставить, надо же быстрее ехать, поэтому заставить себя вовремя нажать на тормоз перед поворотом, чтобы не снесло машину. То есть вот с одной стороны ты хочешь быстрее этот поворот пройти, с другой стороны нужно сохранить хладнокровие и заставить себя раньше там тормозить, чтобы нужная скорость была перед поворотом, что, чтобы выйти. А можно останавливать? Там же есть какие-то пит-стопы, там что-то? Ну, вот конечно, такое. Конечно, есть пит-стопы есть для там, смены, там есть по правилам, нельзя там, к примеру, больше полутора часов, чтобы один пилот находился на трассе, как раз там смена карты идет, дозаправка. Ты и смотрел Ford против Ferrari? Конечно. И как? Ну, интересно, это вот... То есть ты на стороне Форда? Ну, наверное, да. Форд или Феррари? Ну, наверное, больше Форд все-таки. Такой практичный подход, расчетливый. И вот, возвращаясь к той же гонке, там не только навыки пилота нужны, там навыки команды и отслеживание ситуации, там, трассы. Но прежде всего, конечно, вот я говорю, столкнулся, это борьба с самим собой. Заставить себя не отвлекаться мыслями, то есть в каждом повороте нужно думать о следующем. Mm-hmm. То есть вот эта концентрация постоянная, когда ты 24 часа едешь, особенно там часов 4-5 утра, когда еще и спать охота, это вот прям на выносливость, вот эта гонка на выносливость, и это закаляет характер. И как раз вот именно такой бойцовский дух, и вот это вот превозмочь себя, то есть когда ты выложился, уже все, не хочешь, но надо. И нужно заставить себя сделать следующий шаг. И это вот, в принципе, и в бизнесе, и в жизни такое часто сталкивается. Как раз люди часто останавливаются в шаге от успеха, потому что вот уже тяжело что-то стало, уже устал, уже, да, наверное, и ты вроде бы не первый уже, да? Ну да, да, да. И вот как раз вот это и не дает многим людям реализовать себя в чем-то, мне кажется. Вот это. А вот ты уже, я так понимаю, много соревнований, а часто идет смена людей или в основном ездят одни и те же люди на вот такие соревнования? Ну, в основном одни и те же, да, потому что... А из Кургана кто-то еще есть? Ну, вообще, это у меня заводская команда. То есть я своих же ребят на это звал, потом они вот тоже научились. То есть ты сделал завод, они пришли работать, они не ожидали никакого подвоха, а ты говоришь, так, собирайтесь, поехали, 24 часа будем гонять. Нет, ну во Франции нормально, слушай.
Ну да. Нет, ребята, мы в основном в Питер ездим. Там Кубок Белых Ночей в июне всегда проходит, вот 24 часов. И ребята даже... Это частично и мотивация. То есть ребята из Кургана-то порой не уезжали. А здесь увидеть город еще, не только в гонке такой поучаствовать. Еще и когда, Питер. Еще и Питер увидеть, естественно. Это там потом столько впечатлений. Нет. Нет, ну естественно, мы ехали туда не за местом. Как говорится, победитель не тот, кто на первом месте, а тот, кто стал лучше, чем ты был до этого. Вот, поэтому там просто первые места занимают чемпионы мира, чемпионы России, профессионалы, которые участвуют, там первая... У которых это жизнь пятерка, десятка, да, это не как у вас так. Это хобби, а потом прямо... идут уже ребята, профессионалы, которые, может быть, не профессионально этим занимаются, но долго этим увлекаются, то есть также ездят. Вот, и это понятно, то есть первые топ-10 это, конечно же, такие ребята. Но мы всегда ориентируемся на примерно подобных, как мы, вот, то есть чтобы понять, как мы лучше или хуже в этом сезоне выступили. Ну и опять же по своим собственным результатам, чем были прежде. То есть все равно мы едем туда, то есть каждая гонка это как тренировка. Вот, потому что кроме этих гонок мы и не тренируемся нигде. То есть нет такого, что у нас есть свои карты, что мы там на тренировки ездим. Это у нас здесь немножко другой картодром и карты, чем там. Вот, поэтому мы, так сказать, тоже... Когда-то тоже... купите, наверное, уже собственные, или там не принято собственными ездить? Ну, нет, это прокатные. То есть это не такое, что прям какая-то серия гонок, это прокатные карты. То есть... В обычное время там также по 10 минут заезды, вот такие же. Вот, просто вот организовывают, и они все там меняются. То есть не со своими картами туда приезжают, а вот на тех, которые есть. Вот, поэтому это, ну, как-то немного выравнивает. И там может любой желающий участвовать. Слушай, ну понятно. Смысл понятен, что ты должен какими-то вещами заниматься, которые заставляют тебя преодолевать себя в каких-то моментах. Хорошо, книжки нужны? Да. Ты сам читаешь? Я, к сожалению, мало и редко, но читаю. Я не сторонник электронных. Именно вот бумажных. Вот таких, да, именно бумажные мне нравятся. Вот, к сожалению, не могу себя заставить регулярно. Это специализированная литература или художественная? А вот стараюсь чередовать. Да. Последние там годы. Я, по крайней мере, еще своим ребятам стараюсь вот эти книжки давать. Очень зашли классно, так сказать, полезные книжки, которые в художественном стиле написаны. То есть, чтобы легче было читать, но про там технологии управления производством. Нон-фикшн такой. Да. То есть, они вроде и полезные, но и они там какое-то, что-то вроде романа там или какое-то такое вот истории. Понятно. А что больше, книги или кино? Ну, кино больше развлечений. А такое, книги уже для ума. Книги все-таки пользу, да, приносят. Итак, в финале предлагаю тебе блиц, то есть короткий. Я задаю вопрос, ты отвечаешь на них коротко, ну или не очень. Назови пару песен из твоего плейлиста. Господи, плейлист. Depeche Mode, Ron. Что слушаем? Большой плейлист. Мэрилин Мэнсон. Хорошо. Три главных качества мужчины. Чувство ответственности. Если это качество. Да. Да. Сила характера. Что еще? Ну... Не думал об этом, если честно. Вообще... Я понимаю. Врасплох мы тебе и заставим лицом. Да. Хорошо. Когда ты последний раз дрался? О, ну, в школе. А, все-таки в студенчестве. Да, еще были битвы за территорию. Отлично. Что такое свобода с твоей точки зрения? Свобода? Ну, прежде всего, душевная какая-то свобода. Своих отсутствия ограничений в голове. Вот. Хотя я не знаком, что такое физическое ограничение свободы, конечно, к слава богу. Но вот
наличие каких-то заборов, так сказать, в головах многих людей видно невооруженным глазом. Вот. Поэтому свобода в таком в моральном плане это вот, наверное, вот это. Есть любимое место в городе, в Кургане? В городе Кургане? Ну, я вообще в Китово вырос. Вот там очень много любимых мест. Какой? Наш лес, Сосновый Бор. Я очень много времени в детстве провел в лесу, играл там и так далее. И просто погулять по лесу – это для меня такое душевное удовольствие. И последний вопрос. Назови трех предпринимателей, которые, с твоей точки зрения, изменили Курган в лучшую сторону. Какие есть? Ну, для меня, ну, во-первых, вызывает такое уважение и в чем-то стараюсь брать пример. Это Ильтюков Александр Владимирович, Муратов Сергей Николаевич. Вот из таких как бы опытных. Крупных. Этих. Да, да, да. Ну, частично по сфере деятельности, а частично все-таки я тоже смотрю на людей успешных, понимая, что этот успех, он основан на каких-то положительных, даже не то, чтобы положительных, а на вот как раз личностных характеристиках человека. И, наверное, надо в чем-то брать пример, чтобы повторить этот успех где-то. И поэтому стараюсь прислушиваться к мнению, там, либо к поведению. Но и опять же, людей характеризуют их поступки. А то, что сделали вот эти вот предприниматели, это тоже о многом говорит. Ну, они, их команда, это все вместе. Не, ну в любом случае, насколько я понял, роль личности для тебя, ты понимаешь, что она первична получается, да? Команда, но кто-то должен эту команду образовать. Ну да, да, все равно, конечно, да. Получается. Это, и как раз вот с твоей точки зрения, что Ильтюков, что Мурат эти задачи выполнили. То есть ну, смогли это организовать, собственно говоря. Да. Ну что, спасибо. Было приятно пообщаться. Спасибо, ну, мне и тоже. Будут, собственно говоря, вопросы, мы тебя еще раз позовем в гости. Да, всегда, пожалуйста, рад поделиться.